Шалом. Недельная глава Ки Тиса. Глава говорит по грех Золотого Тельца. И на Мафтир мы будем читать 1-4 паршиот, которые мы читаем перед Песах, по Красная Корова. И как написано в Мидраш, что грех Золотого Тельца искупает Красная Корова. Сразу после греха Золотого Тельца Всевышний говорит Моше: «Лех ред кишихет умха». «Иди, спустись, ибо извратил твой народ». Раши приводит Мидраш. Не написано «народ», написано «твой народ извратил». Всевышний говорит Моше: «Эти, которые согрешили, это Erev rav, это великое смешение, это тех людей, которых ты принял, ты им делал Гиюр, а ты со мной не советовался». Кто это за люди, которые Всевышний не хотел, что они соединились к еврейскому народу, а Моше все равно им забрал из Египта? Кто были эти великие смешения Erev rav? В Шмот 12:38 написано: «Вегам Erev rav алай там», что эти Erev rav, они вместе с еврейским народом поднялись из Египта. Написано в Зохар и в Мидраш приведено, что эти были все маги Мицраима и колдуны Мицраим. Это были очень умные люди, философы. Когда они видели чудеса, которые Моше делал, они решили соединяться к Моше, пойти с ним в пустыню и получить Тора. В принципе, хорошие люди. Понятно тоже, почему они были смесь народов, потому что они пришли из разных местах в Египте для того, чтобы быть советники, философы. Это все понятно. Эти люди, которые хотели соединяться к Моше, как говорит Ismaḥ Moše, Hém Mojši Tajtelboјm, который жил в конце 18, начало 19 век. Он говорит, что эти люди, как известно, они видели, какой великий человек Моше Рабену, и поэтому они соединились, как написано в Тора: «Гам аиш Моше гадоль меод». Моше был очень великий в глазах слуги фараон и в глазах народ. Хохма еще говорит, что эти философы, эти колдуны, они соединились к Моше из-за того, что он был умный, а народ, потому что он делал чудеса. Тогда что плохо в эти Erev rav? В принципе, они хотят получить Тору, они соединятся к Моше, они очень умные люди. В книгах Кузари написано, что религия, еврейская религия, в отличие от других религий, эта религия, это нация. Все религии, это вера, а еврейство, это сначала нация. Ты еврей или нет? А потом вера. В трактате Евамот 47, и так приведено в Рамбам, в Шулḥan Аруḥ, в Аллахе, написано: «Тану Рабанан», мудрецы учили, гер, человек, который приходит, хочет принимать гиюр в наш времен, ему говорят: «Что ты видел, а зачем тебе соединяться к этот народ? Ты не видишь, что этот народ в эти времена все им оскорбляют, все им ненавидят, они страдают, у них очень много беды, зачем тебя соединяться к этому народу?» И как мы видим, что Рут говорит ее тёща Ноеми, и отсюда в Талмуд, в это же место, из Рут учит все законы Гиюр. Рут говорит Ноеми: «Твой народ и твой Бог, мой Бог». Сначала твой народ – это мой народ, а потом твой Бог – это мой Бог. Тут есть большой секрет. Хочешь стать евреем, недостаточно соблюдать всю Тору и соединяться к Всевышнему. Надо соединяться к еврейскому народу. Эти Erev rav, они были очень уважаемые люди, очень умные. И они видели Моше как большой человек, как фигура, и они хотели к нему соединяться. Но к народу Израиля, которые были раби, они вообще не хотели соединяться, и поэтому Всевышний говорит: «Не возьми с собой эти Эрев рав. А Моше говорит, они хотят приблизиться к тебе, и поэтому он забрал эти Эрев рав. Так написано в Мидраш, что Всевышний говорит, не надо, а Моше говорит, они к тебе хотят соединяться, и он взял эти Эрев рав. После 40 дней, которые Моше был на небесах, и все ждали, что он спустился, и он не пришел. Евреи сказали, ну, не пришел, будем ждать Эрев рав. Они понимают, что они застряли в пустыне без их лидера, без Моше Рабейну, народ Израиля. У них ничего общего с этот народ, который только что были раби, нет. И когда они получились на таком состоянии, что нет Моше, и они остались еврейский народ, они делали золотой телец. Мы должны научиться от этого на все поколения. Человек приближается к еврейству, человек делает чуву, человек приближается к очень большой человек, к большой очень раввин, к большой ребе, который он большой цадик, он очень умный человек, он большой руководитель. Но все, что связано к еврейству, это через этот человек. Но этот человек не связался к еврейскому народу. Он связан с этот ребе. И потом этот раввин или ребе ошибается, делает что-то плохо. У этого человека все ломается, потому что он не соединялся к еврейскому народу. Если человек идет после этого ребе, но не понимает, что надо соединяться к народу, когда он думает, что ребе будет жить на вечность, а вдруг ребе умер, тогда что, я остался с этими хасидами? Я не ради этих хасидов пришел, я ради ребе, а если ребе нет, что я буду делать? Тогда надо придумать разные вещи, и можно отойти очень далеко, как было с Эрев рав, когда Моше исчез, они сразу делали золотой телец. Дай Бог, чтобы всегда были соединены к цадики и к еврейскому народу. Шаббат шалом.